Cool. Тема сегодняшнего занятия – Библия деловых писем, часть 11. The above order has now been completed and sent to Liverpool Docks, where it is awaiting loading into SS Manitoba, which sails for Dawson Canada on 16 July and arrives on 30 July. Once we have the necessary documents, we will land them. We will hand them to Burn City Bank, your bank's agent here, and they will forward them to Canadian Union Trust Bank. We have taken special care to see that the goods have been paid as per your instructions. The six crate being marked with your name, number 16. Each crate measures 6 FT, 4 FT, 50 and weighs 5 CVT. We managed to get all items from stock with the exception of cattle number G16, which only had in red, but we include in the consignment as it had to the real point you ask for. If there are any further information you require, please contact us. Thank you very much for your order, and we look forward to hearing you from you soon. Your fair sales manager. Вышеуказанный заказ был выполнен и отправлен в Ливерпульскую пристань, где она ожидает погрузки на корабль Манитоба, который плывет в Доусон, Канада, 16-го отплывает с 16 июля, а прибывает 30 июля. Так как мы отправим все необходимые документы в Бернис Сити Банк, то есть городской банк, ваши банковские агенты там есть. Мы ждем с нетерпением, чтобы предоставить их в канадский Trust Bank. Мы приняли специальную заботу для того, чтобы товары были упакованы так, как вы детально указали, то есть 6 контейнеров, размеченные вашим имя с маркировкой 1.6, каждого размера 4 фута, 6 футов, 4 фута на 3 фута и вес соответственно. Мы смогли достать все товары, которые вы указали, кроме исключения каталогового индекса номер G16, который мы имеем только в красном, но мы его включили в накладную. As it has the willow pattern you asked for, поскольку на нем есть образец willow pattern, который вы просили. Если вам нужна какая-нибудь информация дополнительная, пожалуйста, контактируйте. Спасибо за ваш заказ, мы ждем с нетерпением, чтобы услышать от вас ответ. Искренне ваш, вашим. Дальше терминология, которую следует подучить. То есть banker draft, трата выставленная один банком на другой. Sign draft, вексель на предъявителя. Bill of exchange, вексель трата. To draw bill on customer, выставить счет клиенту. Documents against exception, передача на право владения собственностью после принятия покупателем чека к оплате. Irrevocable letter of credit, безотказный аккредитив. Quarterly statements, квартальный отчет. Long-term credit facilities, источники долгосрочного кредитования. Shipping documents, погрузочные документы. Причем ship — первоначальный корабль, но это иллюзия, это любая доставка, хоть авиа, хоть сухопутная, вне разницы. Airway bill, авиагрузовая накладная. Даже если вы используете любую стандартную форму для размещения заказа, пошлите сопроводительное письмо, подтверждающее условия платежа, скидки, условия доставки, упаковки. Получив заказ, если вы экспортер, следует это подтвердить. Если вы импортер, следует ожидать от поставщика подтверждения отправки со всей информацией, маркировку груза и так далее. Отказ от сделанного заказа. Обстоятельства могут сложиться так, что вам придется отказаться от ранее сделанного заказа, например, по причинам задержки поставки по вине поставщика. We are sorry to inform you that we must cancel our order number GR81874 of June 9th. Due to inexcusable delay in the shipment of the goods which still have not received. Мы сожалеем, что нам приходится проинформировать вас о том, что мы отменим наш заказ GRA, то есть GRA 1874, от 9 июня в связи с необоснованной отстрочкой доставки товаров, которых мы, к сожалению, до сих пор не получили. Искренне ваш, ваша. We are sure you will understand that
that your very long delay in delivery puts our company in an embarrassing position. For that reason, we can see no alternative but cancel our order PKTR 741 dated March 28th. In addition, we will hold your company liable for losses caused by this inexcusable delay. Sincerely. Мы понимаем, что вы... Ну нет, мы уверены, что вы понимаете, что исключительно долгая задержка в доставке для нашей компании ставит ее в угрожающую неприятную ситуацию. И в связи с этой причиной мы не видим другой альтернативы, как отменить наш заказ РКТР 741, датированный 28 марта. В дополнение мы обяжем вашу компанию быть ответственные за все убытки, которые мы перенесем в связи с тем, что ваша отсрочка не обоснована и ничем не обеспечена и доказуема в таком плане. Искренне ваш, ваша глава 7 платежи, инвойсы, счета, платежи по счетам, методы платежей, внутренняя международная торговля, подтверждение платежа, отсрочка платежа, просьба об ускорении платежей. Инвойс – это документ, в котором содержится информация о продаваемом товаре, условия доставки и детали. Для подтверждения платежа инвойс может сопровождаться дополнительным документом с информацией, которая необходима покупателю. Это довольно просто инвойс. Обратите внимание на добавление НДС, VAT. Это называется Value Added Tax, почтовые расходы PGP, буквы EOA. Означает errors and omission are accepted. Ошибки при пропуске принимаются. Другими словами, если в счете допущена ошибка, поставщик имеет право исправить ее, потребовав еще денег и вернув часть суммы. Вот декларация, то есть простой инвойс. А где находится Hill Street, Seaford, Leeds and TD? Так, registered lot указано. Теперь непосредственно ваш заказ номер LC75, number – это количество, description, то есть airway volt plugs, plugs – это выключатели, total 26 фунтов, следующее, ADVAT – это налог на НДС. Я репетитор по скайпу Smart Teacher 197, я хороший учитель и смогу научить вас. Цена условий обучения 300 рублей, вы платите после урока, это хорошая цена за общение с носителем английского языка. Всего наилучшего и goodbye.